Севастополе утвердили финансирование переправки санитарной авиации двух тяжелобольных детей из нашего города на лечение в Москву. 10-летний мальчик с тяжелой травмой поджелудочной железы доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля, а девочку в возрасте 1 года и 3 месяца с осложнениями после перенесенного инфекционного заболевания доставили в Центр гравитационной хирургии и гемодиализа имени Святого Владимира. В настоящее время дети транспортированы по обратной связи в хорошем состоянии. Перелет состоялся спокойно, поэтому прошу поддержать. Проходят лечение, да, уже? Проходят лечение. Хорошо. Предлагается поддержать, коллеги. Экстренно было решение принято, но, соответственно, сейчас просто выделяем деньги уже, чтобы оплатить предоставленную услугу из резервного фонда.